Вот женек дает, а и ты это прыткий какой. И тут пролез. Если я скажу, что мы изначально планировали воскрешать Женька, я, конечно, слукавлю. Наверное, во многом здесь повлияла любовь зрителя. Но даже любовь зрителя не могла нас заставить воскресить Женька, если бы мы не придумали это интересно. И вот когда мы поняли, что это интересно, ну, на наш субъективный взгляд, безусловно, мы решили пойти на поводу у зрителя, но не в ущерб истории. Мне кажется, эта история с воскрешением получилась достаточно неожиданной. Нужно было придумать что-то такое. Ну, то есть, если это работает, вот так взял и оживил, когда уже отрубили голову и сожгли, то как? Но у нас гениальные авторы, я не устаю объясняться им в любви, они придумали какую-то вообще сумасшедшую историю, как это можно было сделать. Ждали меня. Мы сначала придумали вот эта финальная сцена появления Женька из ванной. Она прям вот первая, придумалась мгновенно. Потом мы стали вот эту всю линию от конца вязать к началу. Отсюда родилась идея с линией деда, который постоянно что-то где-то кровь сливает, что-то там делает непонятное. Отсюда появилась линия о том, что дед не забывает Женька, он помнит о нем. И как бы с ним разговаривает, не надеясь еще до конца на то, что у него все получится, с ним разговаривает. Получилось достаточно трогательно. Ой. Так, плюнь, фу, плюнь, плюнь, плюнь! Нельзя! Женек съел Женька. Какая мета-ирония. Где я провинился? Это просто необычно. Холодно, а волнительно два, потому что тут как бы новые там девочки, там грим, с которыми вот два часа их вот только-только знаю, а тут мне нужно как бы сказать всем привет, такой, и вылезти. Сейчас пока не ныряй. Часы, наверное, сняты. У нас был день приключения с ванной. У нас же и дед Слава, которого застукали в ванной, он тоже вставал, он еще и в одежде вставал из полной ванной крови. Долго очень разрабатывался процесс, что налить в ванну, чтобы эта кровь была похожа на кровь, сколько должно быть литров этой крови, чтобы водоизмещение было такое, что человек ложится, и она становится полной, эта ванна, да, наши там высчитывали физические какие-то данные ванной, сколько литров, как, складывали туда людей, похожих на Юрия Николаевича и на Глеба, выясняли доливать. Потом выяснилось, что воду надо будет немножко подогреть, выяснилось, что кровь, которая была изготовлена, начинает менять цвет, зеленеть. Был целый консилиум, что нужно сделать, чтобы она не зеленела, оставалась такой же, как она. Хотя были знатоки, которые говорили, что если вы нальете полную ванну настоящей крови, она тоже начнет сворачиваться. В общем, мы не проводили экспериментов, настоящую кровь не наливали. Но Глеб, мне кажется, что он сейчас артист. Может быть, он в таком сейчас состоянии, в таком сейчас настроении, что он может все. Полтора часа, час мы тратили на то, чтобы наклеить все эти татуировки. Они еще разные тоже бывают по своей там технике. И нам очень повезло, у нас очень хорошие были татуировки, которые не нужно было там дорисовывать особо. Ему наконец-то дали поиграть комедийную роль, он был счастлив вот, покомиковать. Мы хохотали на съемочной площадке, когда он это все делал. Это было, правда, очень забавно и смешно. Давайте кто-то пёр, не пёрки, я сам отыграю. Я сам пёр. Мне было супер интересно, я очень готовился, волновался, как это сделать так, чтобы смешно и правда. Как комедия, это очень сложный для меня жанр. Я считаю, что это один из самых сложных вообще жанров. Не знаю, надеюсь, получилось. Налейте еще. Женечек, ореха не треснет, а? Я заслужил. «Вампиры средней полосы», новый сезон уже на старт.